Всем доброе утро, друзья! Это мой утренний влог. И сегодня воскресенье. И Ирмочка, и Пушисточка уже тоже тут. Я уже давно сделала обложку для этого влога. Но я все равно еще не успела сделать видео, поэтому я сегодня снимаю видео. Какие красотки. Вот. И нашу школу закрыли, потому что коронавлог. Коронавирус. И поэтому мы получаем задание по компьютеру. Да. Так, вот у нас хлеб. На завтрак я сейчас сделаю хлеб с колбасой. И еще сыр у нас есть, вот такое. Еще колбасы осталось достаточно, чтобы съесть, чтобы на одну булку хватило. Так что я сейчас сделаю завтрак.